Место номер 9. Фукс. Если бы я делал трейдинг лет 7 назад, то Фукс не попал бы в него, потому что я очень мало знал про этот бренд. Краем уха слышал, никогда сам лично не сталкивался. Хотя, по иронии судьбы, я уже больше 20 лет знаю Романа, который развивает бренд Фукс в Новосибирске, в Сибири. Вот. И вы наверняка, если Фуксом занимаетесь в Сибири, тоже его знаете. Мы уже 20 лет общаемся, переписываемся по работе, созваниваемся периодически и так далее. У нас есть полноценное видео про бренд Фукс. Оно состоит из двух серий, по-моему, да, две серии. В нем я рассказываю все от начала основания бренда, кто его создал, зачем, почему, когда, что происходит сейчас. Про локализацию бренда Фукс в России там есть абсолютно все. Если есть желание, посмотрите. Ссылочки, конечно же, будут в описании к этому видео. Фукс крутые, несмотря на то, что они никогда не занимались нефтедобычей, они сами не добывают нефть, не покупают ее на свободном рынке, тем не менее, это не влияет на их крутизну. Мой знакомый Роман побывал на заводах в Европе, побывал на заводе в России. Его очень впечатлил завод, который находится в России, и гораздо больше, чем те заводы, которые находятся в Европе. Фуксу доверяет Mercedes. Уже очень много лет они сотрудничают. И сейчас тот Mercedes-Benz, оригинальные масла для дилеров, которые производятся у нас в России, производятся как раз на заводе Фукс в Калуге, который они построили, ну, относительно недавно. Это нонсенс на самом деле, то, что крупнейший автоконцерн доверяет производству своих OEM-продуктов компании, которая не добывает свою нефть. Это очень редко бывает, и, конечно же, это говорит о безупречном качестве продукции Фукс и о том, как они относятся к своему делу. У них есть заводы по всему миру, в том видео, о котором я вам говорил, там есть все абсолютно, я перечисляю все эти заводы, где они расположены и как даже они выглядят. И, кстати, пентосин, который многие пользуются, жидкость для гидроусилителя руля, такие маленькие железные баночки зеленые, также сейчас уже принадлежит корпорации Фукс и входит в ее структуру. Поэтому Фукс заслуженное 9-е место в моем рейтинге доверия.